что за сорт туи? Может быть, кто-нибудь знаком? Это туя восточная. Она росла со всеми из семян. Как можно видеть, белые побеги у нее. Очень удивительно. Я думал сначала, что она в краске измазана, но сейчас я вижу, что это действительно идет побеги белые, именно побеги. Вот этот был маленький, стал уже большим. То есть, или мы вывели новый сорт, или, может быть, кто-нибудь подскажет. Но это туя восточная, простая. Ну вот она растет вся, вот вы можете видеть, да, полностью грядка, да, вот вся зеленая. А вот этот интересный, откуда побег взялся, я не знаю, просто мы вот его нашли, отсадили, будем смотреть, что с ним. Но это первый за мою практику такое. Если есть варианты, то пишите. Вот видите, белые кончики. Конечно же, мы ее дорастим до расстояния хорошего. Потом попробуем зачеренковать. И это будет действительно наш новый сорт, если никто не предложит вариантов. И зачеренковать именно белый побег попробуем. Ну, видно будет, какая она будет. То есть здесь видно, что это не отсохшее ничто. Это действительно побеги. Вот такой удивительный у нас сеянец получился. Туи восточной. А здесь сосна у нас. Так что, если кто знает, пишите в комментариях. Подскажите что-нибудь. Может быть, правда, кто и видел такую тую. Но у нас она впервые. Я специально ее отсадил и буду доращивать до хорошего состояния. То есть очень высокую буду делать. Может быть, даже зеленое все обрежу. Пусть будет белое.